Привет, визуальщики. Второй день 7 Days to Die. И я хочу обратить ваше внимание на зеленые вещи. Да, здесь сейчас уже действительно значительно улучшена система прокачки. То есть гораздо меньше материалов уходит. Убрали, скажем так, задротство, да? Когда приходилось вообще какие-то совершенно огромные тонны материала добывать, перерабатывать в ненужные лопаты, их которые потом выкидываются. Сейчас вот сделали все побыстрее дело, поудобнее. За ночь я побегал, не обращайте, что у меня такие текстуры. Хотя, кстати, почему не обращайте, не понимаю, она так долго прогружается, что ли, или что? Почему? Побегал я по пустыне. Что такое вообще? Какие-то новые штуковины. Taylor's Treasure Map. Та-та-та. Короче, какое-то сокровище можно найти, что ли? Ну, корит. И чё? Дорогой выживальщик, если ты читаешь эти записки, то... Что-то was probably having it от AMD. То есть он сдох, короче. But Razor's and Lutash... Что-то там кучу всякой фигни, типа, мол, для выживания. Я готов тебе, что ли? Ну, блин, извиняюсь за мой перевод. Я не особо тут на слух, так еще, может быть, как-то перевожу. И когда попроще написано. Так, короче, он пометил на карте локацию, где можно найти всякие балабасы. Treasure Starter Style, Taylor's Treasure Map. Так, и какие мои действия, это что мне нужно сделать? Я хочу, опачки, я начал перегреваться. Так, скинем. Блин, куча уже этих лопаточек. Это скрапнем, это тоже скрапнем. А, места нету. Нет нужды у меня в этих, как они называются, колесах зеленых. Потому что я думаю, если сейчас зеленые находятся, то скоро будут уже находиться фиолетовые. Блин, она все быстрее и быстрее начинает крафтить. Я прям не успеваю уже. Сколько там еще? А, я не в меню, получается. Слушай, ну это интересно, конечно, по поводу того, что тут какие-то сокровища. Это становится интересным. Так. Эй-эй. Нажал букву Е поднять, и за мной там все лопаты прыгнули. Слышали звук, да? Клей. Клей хорошая штука. Вот, прокачку, конечно, да, улучшили значительно. Это еще что такое? Еловая шишка какая-то. Типа, сейчас что-то я не пойму. Получается, вся эта фигня, семечки в мусоре нужно находить, что ли? А так они не бывают, их с деревьев не падают. Бумага вообще валится в конкретных количествах. Что-то, видать, изменили. Для чего-то бумага нужна будет. Сейфик. Но, к сожалению, не по зубам мне будет сейфик, я думаю. Ну, во всяком случае, скорее всего, он сожжет огромную кучу времени. 2500. По-моему, раньше поменьше были сейфики. Да, ну его нахер, этот сейфик. Так, банк, банк, банк. А там вот какое-то строение интересное, я там не был. Не буду это я собирать. Так, и это тоже скрапнул. Не надо мне. Так, что у нас с складом? Клад, клад, клад. Шоу мэп там, что-то бла-бла-бла. О, квесты. 1,3 километра. Treasure found. Нет, не found, типа не найден. Сложность средняя. Good luck. Ну, на карте, я думаю, должно быть помечено тогда, да? Ага. Нет, это я метку ставил.
Я метку ставил, когда искал дорогу, по-моему. А вот это я не ставил. Точно, вот оно. Клад. Ну что ж, клад я тогда сейчас не пойду искать, это однозначно, потому что есть дела поважнее. По прокачке. Нужно прокачку продолжить. Ну и я хотел бы... Я тут по периметру немножко пробежал, думал, где-нибудь может быть заканчивается этот долбанный песчаный биом. Да может встретить нормальный биом для выживания. Подходящий получится. Но что-то пустыня одна. Там дальше получается горелый биом, я увидел. И все. А, стоп, стрелы я хотел покрафтить немножко. Пока не началось. Где? Перья 250. Где-то поменьше было у меня. Что-то я вообще слепой. Блин, вот же они у меня с собой. О, что-то я вообще дерево на этом. Вот, что касается путешествия. Закончил я путешествие, рассказ о путешествии, когда мы подъехали к Кемерово. Подъехали к Кем... вернее, Кемерово мы проехали, мы его прошли часть, там по какой-то цыганской деревне, там какие-то странные личности ходили. Потом мы встретили парня с девушкой на машине, на аудио, по-моему, ТТ, что ли, который слышал о нас по радио. Он поэтому, собственно говоря, остановился, не веря своим глазам, подвез нас. И кто-то там бушует, я чувствую, справа звуки какие-то разрушения. Так, что мы имеем? Дерево запасли, да? Стрелы. А что для стрел? А, у меня вообще камней ноль. Камень. Не одно, так другое. Ладно, тогда пойду. Как шел туда. Там где-нибудь камень, я думаю, встречу. Вот, выспались мы. А потом нас еще мужичок подвез, короче. И где-то на трассе высадил уже, получается, на федералке. Мы не стали далеко ходить там. И буквально в том же месте, где он нас высадил. О, какие балабасы уже. Да, я знаю, что ты идешь. Я даже видел, как ты идешь. Начинается вырвиглаз, блин. Эй! Зачем ты домик-то ломаешь? Почему я не попал? Она уже валяется, шипение раздается сверху еще до сих пор. Странно это все. Так, вырви глаз, вырви... О, вон какая-то штука. И здесь тоже. Но это, по-моему, церковь. Или кладбище, или хрен поймешь, что. Ну что, любопытство. Не порог. Наверное. Надо посмотреть, что это такое. Так, ничего не дали. Огромное дерево такое. Срублю я, потому что с деревом здесь что-то проблемы какие-то. По пустыне шкулять мелкие эти, которые дают совсем чуть-чуть. Неохота. Утром мы встали. Как я уже говорил, там, может, не говорил, уже не помню. Жара была страшная. Прям с самого утра мы, наверное, часов 7 проснулись. Приятно было, конечно, просыпаться. Мы тент не натягиваем. В домике, как хотел сказать. В нашей палатке было так, ну, приятно, в общем, не душно. Ойл написано на той штуке, кстати. Тоже заправка, что ли, какая-то? И собрали палатку, сварили там, по-моему, супчик мы сварили, покушали. И вышли опять на дорогу. Совсем, кстати, рядом с дорогой получается стояла закусочная. Вот чем сейчас плохо, что у меня каменный топор, что я вот эту фигню все не смогу разрушить. Пивко. Это тоже нужно. Так, пивко я сюда поставлю, потому что вдруг придется бежать
однозначно бежать. Поэтому лучше в дома, наверное, не заходить пока. Чтобы было видно, что я сюда не заходил. Или заходить. Что-то у меня как-то чувствует тормозит все. Так, почему? Здесь разрушено слегка. Пум-пум-пум. Прям уж рывками что-то двигается, как кофеек. Перешли мы дорогу и зашли мы в эту... Там и гостиница одновременно, и закусочная. Короче, все в одном. И рядом, по-моему, там даже и стоянка была для больших грузов, получается. Так, начинается вырви-глаз однозначно, нужно убавить. Иначе удачи... Иначе удачи не видать, я хотел сказать. Ее, собственно, и не видать, потому что игра вылетела. Молодцы, пимсы. Все сделали для того, чтобы новая версия была неиграбельной, блин, совсем. Не, не буду я эту фигню брать. Я не собираюсь ломать ноги. Так, корзинка. Ну, блин, синяя корзинка. Ладно, пускай будет. 50 этих аж. Ну, нифига ж себе. Аттракцион невиданной щедрости. Так, продолжаю разговор, что-то вылеты пошли друг за другом, ничего не хочет работать, дурацкая версия. Вот текстуру ставил на high quality, что-то я не вижу high quality текстур. Какая-то фигня. Блять, да чего вы за одним, блять, идете нахуй? Начинается нахуй вопли ебаные, блять. Так, о, библиотечка. Ну, сейчас все темное стало, блин, наоборот. Убавил я гамму. Шлем. Ну уж, конечно, шлем получше. Это что, нам травку даст, наверное, да? Да, травку. Так, это я скрапну тоже. Так, так, так. Здесь халявная у нас ткань. Что мне нужно было? А, чтобы прокачку продолжить. Камень нужен мне был. Ну, камня здесь нету. Всякий мусор, пожалуйста. Камня нету. Опачки. Трупачок. С кубком. Спортсмен, наверное, какой-то. Так, а что у меня не присаживается на контрол? Я ничего не пойму. Инвентарь С. А где у нас присесть? Crouch, Left, Control, ну и, блин, так, странно, не работает приседание, по-моему, когда стреляешь с присев, то дамаг побольше проходит по зомбям, блин, не хочу я, блин, одно и то же повторять, конечно, уже надоело. Матюкаться. Ух ты, как я молодец, запрыгнул. Ну вот это здание. Новое, так сказать, во всей красе. Oil, Gyms, Cars. Короче, все вместе. А вот бункер. Отлично. А что отлично, бункер? Я в бункер это не смогу. Опять не сейф вскрыть, ничего хорошего. И сам бункер я буду вскрывать 3 часа. Там магазин инструментов был, может быть, в него забуриться. Так. Ну что, любопытство, любопытство. Надо удовлетворить
удовлетворить любопытство, посмотреть, что это такое. Вот зомбики уже ползают, орут, начинают все кричать. Нифига он разбушевался. Блин, они тут вообще целая толпа уж. Да что ж такое? Откуда ж вас столько много, а? Так, давай танцора убьем сначала. А он не хочет умирать. Блин, силуэты сплошные. Да, такая же фигня осталась. Блин, у нас еще строители бушуют. Сейчас на паузу поставлю. Интересно реализовано. Сейчас, если вылетаешь, вот я вылетел сейчас, получается, и зашел за мной. Зомбики так и остались рядом. Раньше они исчезали. Блин, эти силуэты вообще кумарят. Не видно ничего. Так, мимо. Да что ж такое, что я совсем укусил. Укусил. Как-то мышка дергается. Угу. Кстати, можно заметить, что я поставил себе мод. Ну вот опять скрипят строители. Извиняюсь за это дело. Ну, никак я не могу повлиять на это. Я либо сейчас буду записывать, либо не буду вообще записывать. Ну, я уже лучше запишу. А звуки? Ну да, будут звуки. Местами. Поставил мод я, который добавляет визуализацию, там, голод, все вот эти вот дела. И теперь я бегаю с этим модом. Там, кстати, по-моему, раньше было в этом моде, насколько я помню. Там было увеличено время, пока лежат трупы. Ну, вот сейчас я не знаю, потому что как-то особо сравнить не с чем. Я не засекал время. Блин, все черное, это зато светится. Так, стояночка. По-быстрому хочу я сейчас доделать уже тогда это видео. Что у меня было? А на чем я остановился? Да, вышли мы, зашли в эту гостинку и сразу спросили о том, что есть ли там у них, ну, где помыться. Естественно, там было помыться. По-моему, тоже рублей по 100 мы зашли. Так, что не взял-то я? Зашли и, соответственно, помылись. Строители эти долбаные меня уже, блин, вымораживают. Как с ними бороться? Ну никак, что, либо записывать, либо не записывать, либо ждать. Мне, к сожалению, нужно бежать скоро. Так, гвозди выкину. Так, и нужно все перескрапать. Иначе удачи не видать. Вот у них уже жажда началась. Так, это тоже мне не нужна такая цепь, то качество такое хреновое, что лучше всего этого не надо, да? Сдвижка еще делать, да, эскап тоже нахрен нужна эта движка. Так, два пороха мне тоже не нужно, яйцо одно тоже не нужно, ну нафиг, и вот эта водичка тоже не нужна, я ее выкину. Таблетки, в принципе, тоже не нужны, потому что их еще будет миллионы. Вагоны, маленькая тележка, так скажем. Какую-то задержку сделали дурацкую. Приходится ну, ждать, когда там пройдет какой-то каунтдаун после действия. Двойные ворота. А, не двойные ворота здесь. Просто дополнительная. Вернее, это как она называется-то? Стоянка или что там, где обычно стоит машина. И. Мусорка, мусорка, во. Так, бочки с топливом, это хорошо. Так, это отдельное помещение. Я думал, они все вместе как бы объединены. Так, это скрапну, это туда, это выкину тоже. Так, молоточек надо достать. Так, и здесь внутри у нас тоже есть, я смотрю. Ага. Ну, подождем, пока разломает. Пришельцы эти. Шипящие. Сломать, что ли, фонарик?
Даже пускай стоит, ладно. Пока дерево подрываю. Как это я пропустил? Ух ты, фиолетовая штучка какая-то. Так, тут подкрадываются враги уже. Незаметно. Держи. Как это? Держи мимо. Получило, да? Помылись мы, в общем. И так, знаете, хорошо стало нам, что просто вообще до невозможности. Помогу я вам, ребята. Ух ты! Я уже как кошка отпрыгиваю сразу. Я не ожидал от нее тоже такой против, что она начнет сразу руками махать. С перцем принесла. Ну, кстати, фиолетовое колесо мне сразу дали, да? Я говорил, что не стоит спешить с откладыванием. Ну, со сбором всякого. Ой-ой-ой! Балабасик. Ну, еще одно фиолетовое колесо. Так. Ломает он тут решетки, понимаешь? Сейчас я ему по ногам настучу. Фига, он быстро проломил эту решетку, я смотрю. Так, притащил он мне клей, да? Еще где-то тут шипит. Ну иди сюда, дружок. Хорош уже размах. Кстати, да ты чё? Вот они танцоры, блин. Все? Нет, не все. Ну, в городе, блин, всегда так. Начнешь лупить одного, второго, третьего, они все бегут, как по зову. Начинается сходка у них. Так, 541 тогда. Этот мы скрапнем. Скрапнем. Этот тоже. Тык, 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 тык. Это выкину я. Это оставлю. Так. Еще разломай дверь. Ну, дверь-то 250, не 2500. Побыстрее. Там, наверное, зомби ко мне идет где-нибудь сбоку. Нет? Да. Да еще и не один, что-то их тут целая толпа. Вы что так дружно ходите, а? Озверели, что ли? Да, блин. Так, нужно призвать силы добра, чтобы они мой лук благословили, а то что-то вообще по орехам. Они тебе все равно не нужны уже. Они сгнили, наверное. Свалили кабана. Держи. Не, не сдохнет никак. А, не сдох. Вышли на дорогу, мы помылись. И, ну, такая была уверенность, что сейчас мы сядем. Причем, как бы, не будем долго стоять, а быстренько сядем. Так и получилось, в принципе, нам остановил такой пожилой человек. Звали его Дмитрий Витальевич. Так, я вот думаю, что нужно было... Кишки валяются вовсю. Блин, они задрали, честное слово. Сколько у вас здесь, а? Идут, 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 идут. Вот это мне всегда не нравился, он раскачивается. А чё это ты сложился быстро? Так, где там эльфийские боги? Леголаса. Как там? Уилл берет Гилтаниэль, да? Слушай, ну со всех окрестностей прям идут вообще. И справа, и слева, и сбоку. Вот еще одно тут чудо лезет через решетку. Вы когда закончитесь, а? О, магазинчик какой-то еще. Свалили. Такая бумц упала. Устала прыгать. Нет, не успокоился-то, да? Ну все, теперь ты успокоился точно.
Так, чувствую, рассказ только закончу такими темпами. Не знаю, через часа через два. Ну, собственно, я и не планировал полностью про весь день рассказывать. Но я смотрю, как бы не особо не продвигается. Зомби прут, 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 и приходится... Эй, куда ты? Приходится отстреливаться от них. Не сдох, да? Ну что, закончились войска. Дмитрий Витальевич вообще казался таким чуваком интересным, что просто я даже не знаю, как вам передать-то. Он был раньше учителем, ну, до перестройки, был учителем физики и математики. Вот. Потом началась перестройка. Получать он стал мало, соответственно, а иногда просто вообще не получать. Тогда же были огромные задержки по зарплате, соответственно, приходилось как-то выживать. И вот однажды ему... пойду я сбегаю, выкину. И однажды ему... Приходится... Я так подозреваю, что придется склеивать видео из кучи кусков. Тут, блин, паузу нажмешь, остановишь запись. Потом невозможно заново начать. Вылетает все. Короче, все глючное, к сожалению. Придется вообще тут... выеживаться, скажем так, мягко говоря, мягко выражаясь, чтобы все это дело сейчас склеить. Так, вот несколько камней, а он зомбак откуда-то в банке. Я же там убивал в банке всех, как он там оказался. Камушки нужны, пускай я сейчас потрачу время, немножко как раз расскажу. Вот, в 90-х годах он сменил свой род деятельности, к нему обратился друг его и предложил, говорит, за короткое время заработать столько. Почему оверхит? Я же, блин, разделся уже. Чё тебе еще надо? Так, так, так. Что у нас дает тут? Плюс 2. Это дает что-нибудь? Это минус дает, это дает. Вообще хрен поймешь, что он дает там. Плюс 2. Плюс 2. И чё? Ну давай снимем. Так. Тейк. Тейк. Давай тейк сделаем. Это я вообще скрапну. Так, камень не убил. Предложил ему заработать столько, сколько он не зарабатывал. А, он не в банке, он снаружи. Бушует. Сколько он не разрабатывал учителем за год. Ну, соответственно, тот согласился. Ты какая резкая. Что, нагрелась, что ли, блин? На солнышке-то. Так, а это, я смотрю, баба. По-моему, раньше с таким мозгом разнесенным был мужик какой-то. И, в общем, наш водитель Дмитрий Витальевич рассказал, как он там проводил весело 90-е годы. Там, мама, не горюй. Я там обещал не писать, но рассказывать не обещал, поэтому я думаю, вряд ли кто-то увидит из его знакомых это видео. Он там занимался и перевозкой алмазов, там и еще что-то. Говорит, сидим в этом, в поезде, говорит, калаш в купе. Калаш, там, чемодан с этими алмазами, со всякой фигней. Так, одежду скину. Скинем, скинем, скинем. Так, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. С собой, в смысле, таскать надо-то надо. Я же сюда принес. Эй, что-то там вообще она запарилась. Прям бедняжка. Ну-ка, давай это выкинем. А, у меня же есть фигня, которая охлаждает. Я же забыл, я же надел. Где это? Во. Юка джус. Давай, дринк. Сейчас пойдет температура вниз. Вон, кул дринк, охлаждающий напиток. Зашибись. Так, тогда я это уберу, а это оставлю, потому что воду я, скорее всего, найду еще. Так, ну побежали, облутаем до конца. Вот, рассказал нам кучу своих историй, там, каких-то интересных, как он там, что. Я сейчас просто уже не помню все, что он рассказывал, но это было действительно интересно. Собственно говоря, вся поездка – это встреча с интересными людьми, потому что, как правило, он дохлая курица, сейчас перьев надыбаем. Чем бы ее разделать? Ну, так разделаем, что сделать. Потому что неинтересные люди, они, как правило, не подбирают.
подбирают только интересные люди. Неинтересные они скучные и трусливые. Куда им там подбирать кого-то? Они сами боятся, едут в машине, даже боятся остановиться. Потому что вдруг успеют залезть через открытое окошко там, да? Вот. Довез нас Дмитрий Витальевич там до определенного места, и мы вышли. Так, это я смотрел. Вышли и стояли недолго. Нас подобрали опять веселые пенсионеры. Уже два получается. Так вот получилось, что в этот день нас подбирали только пенсионеры. Вернее, не весь день подбирали, то есть, а подряд вот так получилось в этом месте. Ну, вот водичка, как я и говорил, нашлась. Трупачок, я смотрел, все смотрел. Так, кто нас там подобрал, я смотрю, опять нам семена тут подсовывают. Что-то я не понял, что растения семена больше не будут давать? Их нужно будет только находить. Разобью тоже дверь. Сергей и Юрий, пенсионеры, они ехали осматривать поля. Вот. Веселые тоже такие чуваки оказались. Там поболтали мы, они рассказали нам про заводы, на которых они работали. Ну, они сейчас, они на пенсии, получается, уже. Да и заводы, собственно говоря, уже не работают. А вот в свое время они как бы на них работали. Заводы были, соответственно, из Сталинграда, из Москвы и из Ленинграда были эвакуированы во время войны. Тут вообще кто-нибудь, не знаю, представляет, что такое эвакуировать целый завод. Это просто какая-то титаническая адская работа. А это все было сделано буквально там за месяц во время войны. Заводы были вывезены, а потом в голом поле буквально выкинуты из поездов. И все это дело быстро-быстро-быстро было собрано и начало работать на победу, на нашу оборонную промышленность, так скажем, нашу оборонку. Не, ну его нафиг разбивать. О, что я увидел. Как ахилла не так и оставили дурацкие свои. Вот, Сергей и Юрий нас довезли до Болотного. И нужно было там, по-моему, ого, как я удачно взял для будущей печки все, да? Так, это у нас кожа, я так понял, уже новые кресла, раньше таких не было. Тут прям смотрю, какая шикарная. У кого-то берлога была. И диванчики тебе, и все. Так, и на крышу еще надо забраться. Так. О, у крыши нету этих краев. Интересно, интересно. Как они назвали? Рио Эль Болотные. Веселые ребята. Ну, уже не ребята, конечно. Старички. Но там есть cool drink. Охлаждение, не drink, говорю. Этот кулер охлаждающий, но к нему нужно подбираться. Ну его нафиг не буду там. Я не думаю, что там какой-то супер лут. Так, я вот думаю. Так, 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 так. Что у нас здесь? Не здесь, а здесь, вот да. Куча барахла опять. Пойду отнесу. И сбегаю, обнесу инструментарий. Магазин с инструментами, чтобы, ну, было чем заниматься всякой фигней, потому что с топором каменным как бы не алё. Ну и уже, ну, собственно говоря, после этого нужно будет оббежать город, найти какой-то биомчик, чтобы был подходящий. Не пустыню и не зимний, конечно, тоже. А вот и крыша. Я, кстати, думал, где здесь подъемчик. Вот оно. Да что ж ты будешь делать? Так. Так, что у нас есть? По-быстренькому. Ничего у нас нету. Доехали мы до этого Болотного. Там, кстати, ох ты, здесь стеклянная крыша. Рюкзачок. Что у нас в рюкзачке вкусненького? Ого, тут сколько всего. Так, это мне не надо. Это мы разберем тоже. Я не собираюсь собирать такие. Так. Ну, все нормально. Че, опять жарко, что ли? Пойду я.
Сейчас тогда слезу. Так. Ну, здесь вот хорошо, здесь вырез, если на некоторых домах этих. Непонятно. Ох ты, я что, с парашютом спрыгнул, что ли? Я прям аж закрыл рот, блин, думаю, пипец, я лоханулся. Прыганул вниз. Так, поскладывать все сюда. Ну, не знаю. Да, скин к счету тогда это тоже. На... Это надо скрапнуть. Водичку оставлю. Так, это скрап. Это надо скрапнуть. Это скрапнуть. Это скрапнуть. Это судок. Слушай, у меня сейчас ящик уже забьется. Так, это то же самое. Бутиль, бутиль. Бинты пускай будут. Там вода была такая. Ее прокипятить нужно будет. Так, и это скрапнуть. Вот, затем нас, мы так постояли, в принципе, долго, там было сужение дороги, вернее, было расширение дороги, она сужалась дальше. Мы стали на этом расширении, там удобно останавливаться, ну, там периодически останавливаться, я так понимаю, видите, как их называют, грузовики здоровые. И мы там встали, ждали, стояли, расширение длинное, такое 50 метров. Это к чему я говорю, что с... как же сказать, с чего начать? Получилось так, что мы не заметили, как нам остановили. Нам остановила девочка. Звали ее Софья. А мы ее не заметили. Просто в силу того, что она остановилась, проехала дальше гораздо. Говорит, пока у нее зажигание там внутреннее сработало. Она, говорит, проехала очень много. И она пешкодрапом не стала назад сдавать. Пешкодрапом она назад побежала нас звать. Говорит, вы же едете? Говорит, ну мы да, говорим, едем, стопорим, вот видишь. Ну и вот, и мы с ней пошли до машины, уже дошли. Присели, молодая, ей, я уже не помню, сколько там, лет 20, наверное. Говорит, три раза в институт поступала, там что-то еще такое. Ну, я так понимаю, ветер в голове у человека. Родители устраивали ее, получается, в институт. Несколько раз она уходила, они ее опять устраивали туда. Вот. В татушках, в пирсинге, какая-то у нее такая прическа своеобразная тоже, на маленькой машинёшке, отважная получается, двоих подсадила, человек незнакомых, и поехала. Люди совершенно разные, смешные такие, не ожидаешь вообще, что-то случится, ты там встретишься с одним человеком, который себя так поведет, другой так поведет. Казалось бы, там какие-то суровые мужики, да, там думают, что вот он там отважный, да это. Не, все проезжают мужики мимо, блин. А какая-то девчонка, я не знаю, малолетняя вообще, да, останавливается, подбирает и, в принципе, нормально, адекватная. Рассказывает там какие-то вещи, свою жизнь рассказывает. Ну, собственно говоря, я не пожалел, что я сел на второе сиденье, а Нелька села рядом с ней, потому что она, собственно говоря, всю дорогу рассказывала только о себе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. А я к этому времени такой уже подуставший был что-то и очень был рад тому факту. Ух ты, мне дали чего. Какую штуку я могу ей разделывать. Всякие разные штуковины. Кровавые. Так, это я скрапну. Она не нужна, мне уже есть лопата, и она. Так, скрап. Вот. Так, места нету для скрапа, да? Лопаты повыкидываем. И с этой девочкой, Софьей, мы доехали до объездной Новосибирска. Всю дорогу слушаю о том, как она со своими родителями там живет. Еще какие-то истории из ее жизни. Так... Да-да, песок мне нужен, конечно, буду полные карманы песка таскать. Камушек подобрал, а камушков у нас нет уже, поэтому он отдельно лег. На окраине Новосиба мы... Я уже не помню, честно говоря, сколько мы там стояли. Остановился. А, уже рычит. Как вот они чуют? Забор же. Я же, блин, как ниндзя, чебурашка мне не видно. Уроды такие. Крови на мне нету. Что
чтобы запах чуяли. Они он. Так, а что такое у нас? У меня топор закончился. Ну ладно, фиг с вами. Начинается вырви глаз уже. Конечно, по-хорошему Самодес туда лучше не начинать играть сразу после того, как они релизнули. Вернее, не релизнули, а новый этот билд выкатили, потому что, как правило, все заканчивается печально. Кстати, курица, стой, 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 сволочь, я тебя сейчас буду резать, добывать с тебя перья. Так, 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 что-то она маневрирует, какая? Да что ж такое, почему я не могу в нее попасть? Да блин, а? Ух ты, наконец забил. Что-то я сноровку потерял, наверное, что ли. Так долго бежал за этой курицей. Ха. Сейчас я тебя тоже на перья разломлю. Еще один. Так, это заправка, по-моему, да? Да ты офигел. Ой, что-то глючит. Текстуры глючат. Ну, это, конечно, ерунда. Не надо вступать в бой в ближний с зомбями, особенно на начальных этапах. Это глупость. Лучше так не делайте. Когда еще не прокачано ни ближний бой, да вообще ничего не прокачано. Лучше этого не делать. Особенно, когда группа рядом зомбей. Кто-нибудь по башке даст, застанет. И все, пока персонаж в стане находится, зомби его быстренько разберут. Так, а что мы имеем? Мы имеем голые руки. И все. А мне нужно что-нибудь в руках иметь, чтобы в этот, собственно говоря, забраться. Так, тогда я сейчас сделаю топорик. Так, выкинем эти штуковины. Вот, про путешествие продолжаем. Подобрал нас мужик такой солидный. У него оказалось, ну, джип такой у него крутой, вообще американский какой-то, по-моему. Оказалось, у него там своя пилорама. У него сзади лежала, когда мы рюкзаки складывали, ну, просто увидели. Такая лента пилы огромная, которая на пилораме там здоровая такая устанавливается. Вот. И он нам рассказал. Ну, собственно говоря, он нас... Его звали Олег. Он нас и вывез на окраину Новосибирска. В самом городе мы так не побывали, к сожалению. Ну, еще где наши годы, еще побываем. И, собственно говоря... Там мы продолжили ловить моторы. Ну, не моторы, а машины, да? Чтобы продолжить наше путешествие. Так. На этом тоже я закончу свой рассказ. Это видео. Продолжу я тут бегать, обносить городок. И поищу место для будущей своей базы. Как я говорил, для будущего своего места, куда я, где я сделаю свою башню зла. Ну или башню добра в этом мире зла. Так что следите за новыми поступлениями видео. Пишите это, может быть, советы какие-то у вас будут. Комментарии какие-то, вопросы задавайте. Ставьте лайки или дизлайки, если вам что-то не нравится. Всем удачи, всем пока.